Че за PvP дракон такой? Блять, а че, можно рогой зайти? У меня там нормально рогой, сегодня жестко приоделся. Заходи, заходи. Заходи. Тебе оно надо вообще? Печеньки хочу. У нас ни одного мага просто. Тут печеньки и так есть, кому надо. А че, нахуй маг нужен? В смысле, у тебя же нету этих ЕП на роге, нет? Дева, у тебя на роге там, блядь, 4К ЕП. Ты думаешь, заберешь печеньку? Как ты думаешь вообще? Да хуй его знает. Ты попробуй, да? Может, ты кружку хочешь? Ладно. Сейчас, да, хочу, блядь. Ладно, кружку пойду... пива, нахуй. Магом а сколько босс... же целка вчерашняя начислили? 1250. А почему у меня 1800? Чуть-чуть не начислилось, или что? Ты что, накурился? 1350 плюс 500. Кстати, или плюс 300? Не... Плюс 300 было. Сегодня, короче, Зулума на крыжачке полутал. И печеньку сколько скара. У меня ИП? Да заебал. За что? У меня ИП ГП нет. 1800 у меня? Ты что, печеньку забрал? Да. Да, почему на рогу? Да. Почему-то 1800, но даже я тебе начисляла там 1000 с чем-то. 1200, еще ты там 300 да, начисляла. Да. Да, ну, я не кто, знаю, значит, кто спрашивает, во-первых? Кто Протопауэр. Спрашивает? Да не, да, блядь, у тебя доступа в КБ нету. Так ты ж, блядь, чтоб сам дал, дал, не? Ты кем был? А, все, ну, спасибо. Попробуй сам закинуть. Если не получится, то закинешь трой. Я забыл, что он разный. Юль, сори, я тебе мешаю. Нет, я уже все сказала. Ты ж друид. Нет, я не спекнулся, я про это. Да, я забыл, что разный. Ну да. Что, ты по магам пойдешь что-то? Ну да, если ничего не заберу, нахуй найти. Да, получ... А можно ЕПшку на рогу тогда въебать? Если на маги пойду. Просто типа, ну я бы рогой пошел, чтобы хотя бы там ЕП накопить. Ну, хорошо, это можно. Можно было? Это можно. У нас один маг. А чё за хуйня? Почему дебаф... Ой, бафы все снялись. Кому вообще токены нужны? Поставьте в речат, ну так что... смешную хуйню скажу. Блять, бафы снялись, и прикинь... Меня из формы выкидывает. А, ёб твою мать. А, у меня тоже, кстати, блядь. Что за бред? Заберёшь. У тебя из формы выкидывают. В хантов и локов петов снимает уже. Охуя, кому надо. А я думаю, неужели у меня что-то багнулось? Что за бред? И вчера такая хрень была. Прикольно, а сейчас смотрю, бафы слетели, из формы выкинуло. Прикольно. Праведка слетела, со всего рейда каски пропали почему-то. Да высерус. Ну, оно и КД должно сниматься. Да они какую-то хуйню сделали. Лучше КД не снималось, блядь. Ну было как раньше. Да раньше типа абьюзили баф. На двойную геру такого по. Рога в инвиз ушел. Разраб говно. Сделали бы как до этого было, вообще. Как всегда. Как на X2 а раньше. Как они абьюзили двойную геру, мне уже интересно. Что-что? Это как они обузили двойную геру, мне интересно. На Халионе залетали, включали геру и выедили. Он появлялся, у них гера откатывалась, но еще висела старая. И сколько она секунд висела? 10, блядь? Ну, что типа около того, из-за этого раньше. Баф куда пропадал. Ебать, это абуз был. Ебать, абуз на Халионе, пиздец. Вот из-за этого хуйни они решили... Да, он не, с другой стороны, если на этом дать его, на трэше. И что? Да хуйня. Там пока босс запустит, пока трэш появится, блядь, уже гера спадет. Там 10, блядь, секунд останется до геры плюс-минус. А с нас бафы не спадут, когда мы чиротворцев убьем, блядь? Ну, спадут, конечно. Нет, когда внизу этих чиротворцев нет, не спадут. Но как только ты их заивейдишь, вот сейчас вот мы пробежим мимо, заивейдишь, все повыкидывает хера. О, я хочу. А кто сделал раньше меня? Блять, ну ты... Сука, да. Я ебал нахуй. Дайте этот кринж шкаф. Пиздец. Ставлю кринж шкаф. Классные банки берите, короче, на эту хуйню хватит. Да хватит сбрасывать нам бафы, ебаные. Я каски не буду вам бафать, алё. Я вам третью ячейку еще доступ не дал, да? Но нам будет надо. У меня ману вообще нет. Что такое, спайс? Кринж, там сразу столик по-брански. Вот тебе лапка.
Сука, там хватит алкофлазки? Не хватит. Чё, алкофлазки открылись? Да, ну я после РТ, наверное, третью ячейку просто сделаю доступ, чтобы третья ячейка алкофлазки, да. Слышишь, если у меня есть доступ, смотрю первые ячейки, я могу забирать настой сейчас на РТ? Ну и ЛКшный можешь, БКшный. Нет, на а мы ЛКшный пользуем сейчас? Ну, сейчас ЛКшный. А, хорошо. Только на СЛКах БК-фласки. Сейчас фласки, блядь, дорогие. Сейчас рыба, наверное, подорожает из-за этой хуйни. У нас какой-то филиция, брейд просит. Если что, у него есть холик. Да рыба дешевая вроде, 135 шкалей. Скажешь, пекать в холика тогда. Мне говорят, он 204, но на бумаге тогда. Так, поманите его. Так, рыбу я не поставил, да? Я поставил. Подожди, пока там. Рыба стоит, кушаем. Присоси, давай, хапал. Ну, Редрик. От меня нужен ДК, в смысле? Хулич, ты с рекаунтом играешь? А, нет, танч. Ой, ты меня спрашивал, извини. Да, да. Танч. Да, с рекаунтом. Меч будешь танч. Так, драмич, фонарик и... Серега босса, а не Селин трэш. Драмич первый, фонарик второй, Серёжка третий. Что-то не хватает. Масло. Там паладин-то будет резаться? Не знаю, жду, когда резнется. Дай бог, резнется. Ну, мне минут три бежать. Да и сумоньте труп, Фель. Отмени, Окинфел, отмени. Эскейпом надо отменять. Я нажимал скейп. Фелис, и где ты там пропал? В ледяном море. Ну я до как там плавать? Бегу. Не холодно тебе? Кокушки не замерзли? Вы смотрите, где он, блядь, в ебенях. Ну ты смотри, замерзнешь, заболеешь, что потом делать, блин. Кстати, рейд Геру уже собрал. Разжать не сможешь. Где труп далеко? Блять, надо еще тест пройти, сука. Возле бухты. А вы тюрьму да, убили, я да? Я тоже улетала на нумлоке в море. Первую тюрьму убили в четверг? Да. Чего-то падало толковое? Хуета. Да, на ДЦ две шмотки вроде бы. Две шмотки на ДЦ и... Две шмотки на стол. И на ханта, по-моему, еще что-то. Люля, походу, с фулл шмотками. Ну-ка, смотрим. Люле уже некуда девать шмот. Да нет, я ДЦшный это не нашел, они ж чуханские. А. Красненький трансмок у тебя, какой-то новый. А, да. У тебя у бухты торговцев труп лежит? Ты сказал, мне показалось. Сидите, давай ты сделаешь проще. Нажмешь исправление персонажа, там, похуй. А на этом боссе там почилишь, побегаешь просто. Я думаю, ну, это будет лучший вариант, чем тебя ждать. Ты, наверное, до трупа не добежишь, я понимаю. Люля, я сделал скрин. Мне маску словить? Да, ну да, лови маску, сумонься, побегаешь просто. Ну ладно. Слышишь, Люля, в гичат посмотри, скрин сделал. Я с тобой стою. Ага. Ты бы еще нажимал Alt-Z, чтобы панель пропадала. Вообще бы четко было. Да у меня нахуй там какой-то GeForce Experience нахуй, его как-то отключить надо, я не знаю как. Alt-Z ебаный. 10 хп, ну. Смотрите еще раз. А, по кубам, блядь. Че по кубам, блядь, наступаем. Нихуя. Не хочу тут, наверное. Ну, Козябр, давай снимай шмот, блядь, давай танцуй. Хуяся, ты мне деньги будешь закидывать в трусики? Так, Спейси, Крестик, Окозябар, Печенька, Кана, Ромбик, Владыка Ужаса, Трусы и Войт, Полумесяц. Это по кубам, если что.
Арчи на полубах, эх. Бля, там минус один. Алис. Ничего не писал. Диси, наверное. Я не знаю, что он шаманов похуй. Он типа, он Адель на шамане давал 21, там, по-моему, 40 или сколько. 21 с хуем, по-моему. Нормально, шамы ебут. Надо в критик одевать. Ну. Так шпшники приятнее, блядь. Там и гимны, блядь, и все есть. И тучка. Давали Элконфил 20, они сейчас дают 22. Только шедешник, правда, какой-нибудь. Бутик там максимум 20. У ШП это приходящие, они обычно-то не дамажат. Так. А что, комбаты мертвы, да? Ты все на роге не играешь больше? Я не играю на роге, потому что у меня ФПСа, сука, нихуя нет. А за Милька играть без ФПСа ебал я в рот, тем более за рогу, нахуй. Кота, рог, блин, кот, рог, вот это вот, блядь, ну это хуйня ебаная. А в мутике играть, ну такое тоже, блин, представление. Он дает меньше, чем шведешник. Причем нормально там не. Позориться сидеть на нем, ебало его. Адель, ты там заходишь, не? Где сейчас он? Ему позвоню. Адель, это поконяла или это имя? Имя. Татарин, да, он. Амбуш, Элконфил, амбуш. А кто он по нации? Татарин из Казани. А, ну, а по нации ты кто? Татарин, да. Блядь, блин. Там, Конфил, там, если правильно все делать, каждые 15 секунд у тебя будет ШД, если ты еще и бэшка. Каждые 15 секунд. Ты будешь ШД. Может, без него пульнем? Ему вроде ничего не надо отсюда. Долго кажется, рост. Надо. Бафом или как? Не, у него есть раз. Да, поехали. Блядь, бог поднимется. Алконфил, там бьешь с этим кровоизлиянием и подросток. Также используешь кидней на КП. От каждого использования приема, типа КПшного, когда ты там добрашиваешь атаки, на 3 секунды уменьшается перезарядка Shadow Dance. В Shadow Dance заходишь, один амбуш, одно потрошное, амбуш потрошное и так далее. Ну, либо два амбуша, в зависимости как критами. И на 4 кп уже там немножко страшнее. Если меньше 4 кп, то нажмешь еще раз амбуш. Вот и все. Ну плюс уметь вообще. Сколько ты там все равно все в АП? РПБ там надо только 16%. Что? Ну, этот поезд сильно апает с этим, с осталцем, который с ТГ. Да, я ебу, я ж не тестил. Но я думаю, сильно. Хорошая чарка для ШДшки. А нафиг, блядь, он же делать некуда. Меня заебись апает. Всё, а эти вроде сами пропадут. Добейте, блядь, 30 секунд нахуй, добьём. Офернул гений, блядь, какой-то. Я фернул. Извини, пожалуйста. Ты... Не обижай меня. Я не намерен. Ты нахуя Кану обидел, скажи? Ну, Мишку апает вроде, по чуть-чуть добавилось. Мишку апнуло. Три раза исчезновения. Хорош. 10 секунд. 5. Блять, это же необычно. Ну и, кстати, не работает. Ну, точнее, неполноценно. Она дает абсорб. Ты пропала, мы ничего не слышали, что у тебя там не работает. Я говорю, Нэшка не у меня, а у всех. Нэшка не работает полноценно. Она дает только абсорб. Mm. Wow. Сказали, исправят.
На форуме. Рит убрали опять, да? В среду, я думал. Не знаю. ДХ добавят все же? Завтра. В среду. В среду. Это СДХ создал. Мадик костыти фейкает. На ДХ он не будет заморозен. Я просто я повелся, когда рекламу показывали, типа тут ДХ ведут. Ну, бывает. Кубы прогнали. Быстрее. Вещи кубы нажали. Все, отпустили басу, где он. Подойдите, басу. Демон. По демонам играем. На потом, кстати, по нерву не слышно пока ничего. Ну, это не только про ЧП вообще. Или еще недостаточно ныли на форуме. Может просто на форум до ноль не спили. Ты хочешь сейчас сам с собой разговаривать? Да, пиздили, прослушали пиздили. Начало, че на форуме? По поводу кого? Не на ныли, на да на всех, ну, кто дымажит там первые строчки, то нет, не только. Челы ноют, что БДК не дамажит. Чел скинул. Чел 264 с ШМом дамажит 16к. Ебать, там чел, видимо. А он автоатаку хоть включил, когда бил босса? Не знаю. Кубы прожали. Быстрее речь, кубы. Все, молодцы, босс убили. Два был прожать. Атаку, видимо. 5%. Стоп, не может быть, босс. 4%. Бейте пока. Вот теперь стопнем, не бейте боссу, сейчас стопнем, по боссу никто не дали. Ждем, 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 все по бесам поехали, там еще два беса нужно литрить. Давай стан, нет, не бес. Все, босс переводим. Но они с ШДшками, этими, с комбатами ничего не будут делать, по идее, вообще. Ну, вроде что-то думали. Тут там что-то писал. Удалить спек? Вот, и не удалить. Да он же тупой, он не играет, ёбаный в рот, нахуй. Блять, ему нужно все развертки покидать. Ну и так далее. Типа, некоторым людям это не влом делать, некоторые кидают. Ну, чтобы играть за свой спек. Я как знаю себя, мне впадло этим заниматься, блять, писать на форум, кидать все развертки, блять, объяснять причину, почему так и так далее, почему должно работать по-другому и т.д. и т.п. Ну, мне просто впадло временно это убивать. Вот и все. Тебе за это не платят просто, а им платят. И, да, и общаться, блять, с этим бездарем, блять, собакой этой, блять, сутулой, нахуй. Паладины, есть какая-нибудь аура с средоточением полностью? Какая тебе нужна? Армор я не поменяю. Ты просто сказал какая-нибудь. Не верю я на ваши тотемы. На форуме могут, может любой написать или только свип? Конечно, любой, ты чего? Любой человек может написать. Кроме Войда. Блять, заебало это печать Мактеридона. Я, по-моему, ни одной штуки нахуй за бой не пропустил. Заебало на меня что-то не... О, аллилуйя, нахуй. А что, она тебе мешает дамажить? Ну, блять... Не то чтобы мешает, я могу его взорвать. Это просто 3%, мне насрать. Ну я стопкаю, типа.
Нет, один раз взорвал, по-моему. Тогда впадло было вступиться. Ну, он с маской, потому что... На энчант, мне кажется. Он да. С маской, но... Маска. Без маски маска. Хуёво. Не всегда, ой, не всегда. Откуда Славик, знаешь? Ну, может, у человека там за 30 плюс уже есть какой-то опыт, наверное. Или ты Юля это... решила, что... А было, когда у тебя решила, что вообще? Я не об этом. Я могу вспомнить больше... Ты все буквально воспринимаете. Сколько... Я могу вспомнить больше, сколько у меня было без ма... со смазкой, точнее, блядь, чем сколько без маски, так правильно стоит. Смот можешь ценить, а токен отказывайтесь. На смазку еще заработать надо, а так без слюни бесплатная. От всего луда отказываемся, да? Кстати, да, блядь, цены на смазку, конечно, пиздец, блядь. Там этот баночка эта ебаная, сколько там, по ней, 150 грамм? Ну, с Китая литровку заказываешь, нормально, блядь, шоу начинаешь. Литровку. Да там, пиздец, где-то я смотрел. То ли в магазе каком-то супермаркете, то ли, от печеньки отказываемся или роли? Хорош. Печеньки отказывайте. Что? Отказываемся. 47 рубасов, по-моему, не так давно смотрел в аптеке. Это если на российский, это очень низкие лучше цены. Я лучше переведу на доллары. В долларах это 21 доллар. Лучше по старинке поплевать. За 100, сколько там, 20 грамм получается. Ты, поплевать. Вот так вот? Да-да. Плевать. 21 доллар, блядь, за 120 грамм? Ну, а сколько? Да, у нас так же стоит. Нормально. Ну, считай. Считай, типа, считай, смотри, вот и сейчас рассчитывай, ну, допустим. Расчет пошел. В плане, блядь, не вовремя, ладно, сейчас перезвоню. Короче, этот, вот и сейчас рассчитывай, типа, плюс-минус на один секс там уходит, ну, грамм, 7 там примерно, плюс-минус. Ну, я так, на глаз, скажем так, да? Ну, допустим, да. Смотри, 7 на 10, 70 получается. Ну, короче, вот считай, где-то, блядь, на 20 раз тебе хватит поебаться, плюс-минус. Да ну, ты че, угораешь? Ты че, ешь там, что ли? Это слишком. Я просто 20-граммовую банку говорю вот эту. А вы просто ее использовал для девушки или для куклы? Может, это сейчас разные вещи? Да какой нахуй для девушки? Вот как ты думаешь, для чего смазка нужна? Вот, Рит, ты, блядь, сейчас задал такой вопрос, мне вот, блядь, интересно твой ответ услышать. Чтобы меньше трения было. Не, можно и с девушкой, как бы, ее тоже использовать. Это не блядь, пища. Понимаешь, вот смотри, в моем понимании такое, нахуй. Если ты используешь смазку, значит, ты ее не возбуждаешь, нахуй. Когда она возбуждается, у тебя там, блядь, ну, там будет ебать океан, нахуй. Ничего тебе не натрёшь. Слушай... С ней можно много разных еще штук попробовать. Ладно, все, короче, я пока по телефону пиздец. Сейчас я приду. Бейте пока трэш. Буквально 4 минутки. Ну послушай, тоже океан. Там же не со всех дырок океан течет. Блядь, когда эта тема закончится? Скажите, у кого-то это больная тема, да? Ребята, у меня мама за спиной. Прекращайте, пожалуйста. Давай хотя бы позовем взрослого человека, он нам совет даст. Ну что ты, блядь, нахуй? Позови ее уже. Слушай, половое воспитание с 5 класса. Половое воспитание по улицам. У меня, кстати, в моей школе не было вообще никакого полового воспитания. Там ну, сами даже учились. Не рядышком. У нас тоже. В школе туалет, в третьем этаже, все половое воспитание. Давайте тему сменим. Это практическое занятие. Момент такой. Где аддон с этими, с духами зелеными? Какими духами, братан? Я с урока биологии, блядь. Там не аддон, там, блядь, целый гайд, как это исправить. Патч или как это называют? Да, с зелеными духами, чтобы... В полезные аддоны, по-моему, кто-то кидал. Сейчас я чекну. Там в полезных аддонах только отключение этот, анимации. Там видос скидывал кто-то, как просто. Сделать эти. Только у меня это все равно не получится, потому что у меня по умолчанию почему-то на все папки стоит редонгли. Я отключить вообще не могу. А там именно нужно, чтобы у тебя не было этого. Чего стоит редонгли? Редонгли. Ну, только для чтения. Все файлы абсолютно. Я хуй просто знает. Просто пиши прям
замена модельки духов на леди. Прям в YouTube пиши, и тебе видео выдаст. Там их столько, что заебешься. Так, а там одно из действий, это чтобы убедиться, что у тебя на этой папке не стоит регондли. А он у меня, сука, по всему компьютеру стоит эта галочка, и хуй его знает, как убрать. Косты у жрецов сбиваете? В смысле, я как снять? Выбрал. Право администратора включаешь, и нахуй его убираешь. А потом закрываешь, открываешь новую, и она все равно стоит. Я столько всякого перепробовал, там ни хера не помогло. Сейчас собью. А, нет, не собью, в страхе. Ага. Убил. Ну, грустно, что сказать. Ну, я перевинда поможет. У меня все аддоны, каждый раз, когда я релогаюсь, постоянно сбиваются, поэтому... Там, релод прописал, сбиваешь заново все позиции, чтобы... Я все равно не могу понять, я вот играю здесь в ВОВ, играл недавно на офе. Блин, у меня видюха на офе и проц, ну, нормально жрут, и FPS всегда, типа, стабильно 120. Здесь же почему-то FPS падает. Потому что оптимизация нет? Ну, типа, у меня на офе никогда не лагало. А у кого-то вообще лагало? Вот и да. Говорят, что прям если очень слабенький, типа, оптимизация не помогает, если слабенький комп. Как-то переводили мне примеры. Можно играть, и все еще нормально даже. Диспельте жрецов, пожалуйста. Сейчас папка играл 120. Диспельте танков сперва, вот чтобы не убежали. Что только долетело? Собью. Ага, забил. Маги, шаманы. Сбить. Ага. Сейчас я собью следующий. Блин, диспел не собью, сбить, блин. Ай. Че, вообще фулл фир пробегал. Будь здоров. Спасибо. Бля, надо карту прапать, нахуй. Ебать, я два раза опять. Сколько у нас жетонов потом? А, немного там, что-то 50 и 70, по-моему. Да. Да, 50 и 70. Ну еще кольцо надо апнуть, ебаный. А кольцо дорого. 180, 50 и 70. А у меня, кстати, сердце громит ДПС намного больше, чем с этой картой вонючей. Нет, у меня кольцо есть уже, 45 же надо апнуть. Кстати, с дыркой? Ну, конечно. А. Тогда 70. С отверстием. Ну, логические соки там. Блин, дискорд обновили, какая-то хуета полная. Блядь, нормальный... Прицы Майнбласт не юзают. Почему я его юзаю? Что за... Короче, Серега, заберешь короля и Гиглера. Дремич, заберешь слепоглаза и кроша. И фонарик заберем Олма. Без команды не бить. Рыбу поставил, хавать рыбу. И Олма в парень. Пикните по-братски. АФК кири, блядь. Арислин тем ДНР. Ну, по танк с этого с фонаря, чтобы стаки скинуть, когда он будет. Давай теперь на клубах кайф. Угу. Накину. Ну, канал у нас полезный, Ренар получается. Получается, полезно. В поле чего-то не хватает в этой жизни. Да, случайно нажал. Понял. Никто не бьет сейчас. Ждем. Поехали. О, открылся, ждем.
Живую бомбу выносим с вами. Для тех, кто зимой. Что там по агру? Чарм, сейчас сорвешь. Адель. Блюшит. Сказал же, не бить. Ничего не остальное бить. Рислин, дай сальву по чарме. Фонарь, дай сальву по, скорее всего. Филипс, дай сальву по протопалу. Квакозямбар, раскол на мертвец. Дай сейф, Дермич. И Space CS не забывайте напиши. Полм открылся, все полмы сыграли, где рубали пули без полма. Декурс не добываем, нажимаем кнопку. Бля, чё за лаги, пиздец. Ты скинь мне патч на эффекты эту хуйню. 21 FPS, нормально вроде. Угу. У меня 22 FPS. 13 кадров в секунду, считаешь, лагов нет. Просто гифка какая-то идет тут, я не знаю. Ой, 6 FPS, нахуй, в пизду, блядь. Просто в пизду. Презентация. Не, ну, блядь. Понятно. Давайте поднажмем. Не успею. Не успею, не дамы. Для открытых, так и для рукоятки. Открыли они там, контратрик. Ну, не добьёшь, не. Лям. Вары могут этот вешать. Глубокие раны. Там тоже фул урон. А у нас дестрики есть, они же, по-моему, могут хаосом пробивать. Вроде не пробивает. Еще не пробивает. По 300 бьет. Аутбольт. Дальше будет время почилить. Другим. Вот копнули киллера, не бьем. Хорош, посвящен весь кайф. Живую бомбу вынуть. Да, просто вот этих эффектов дохуя разных, вот от шипа, например, это пиздец полный. Чтоб ты понимал, на X5 даже без Т4 не лагает, блядь. Сейчас Т4 добавили, начал подлагивать иногда. Блять, я не знаю, у меня никогда такого не было. Проблем таких с ВПС. Ни разу. Только пинг был. Во время X1, ну, типа не было никогда такого. Сейчас вот началось, блядь. Нет, 4. ФПС это вообще нет. 0. Куда я знаю. Киглер открылся, по киглеру пар. Давайте, милики тоже, все дружно, нахуй. Навалили еще были его. Основные вещи повесить, там отходить только. Вот, в молнии. Просто белый рекаун. Но! Так. О, Джекоб, кто такой? Где он?
На, сегодня с твоей мамой, кстати, виделся. Мамулечки. С разряда мамки привет или что? Нет, это мама Пеки. Не, кстати, мы Олмо сняли 1.5% уже. Нет, я не слышу здесь Пеку. Меня? Не, Пеку. 0, если по глазу не видите. А дальше видите. Давайте. Там откатил тотем? Спейси, сделай что-нибудь. Каждый дух занимает столько же, сколько луч Росмана. А, понятно, все-таки. Ну, кстати, да, как только вот ШП, блядь... Не, подожди, мне до этого еще ФПС ночью просто, да? Когда еще не было этих двух, по-моему, или а были? Лоту добавили. Нет, не помню. Я ебу чего он... 100 плюс FPS был, блядь, 3-4 месяца тут на X4, я помню. Ну, типа, если сравнивать X2, даже вот, даже, например, ту же Джайну, да, когда босс там такой достаточно, блядь, как это правильно будет сказать? Анимированный? Ну, достаточно очень такой... Очень много спецэффективный. Аккуратно, там в фаербол будет миленький ходить. Этот... Такой, ну, эффектный, короче, такой, достаточно много всяких эффектов, интересный, я бы сказал, в чем-то, да. У меня там FPS было на X2, что в районе 52, что-то 56, ну, сюда 50, короче. Я боюсь представить, сколько вот сейчас будет вот со всем этим говно. У меня что, блядь, там один FPS, а нахуй будет? Да что, блядь? Это пиздец какой-то. Ну, просто движок 3.3.5 для меня стоит на 50. Ну, причем, блядь, ну, типа, у меня не сильный там какой-то игровой комп, ну, типа, у меня, ну, всего лишь там 8 гигов оперативы и видюха там какая-то, блядь, ну, 900 какая-то, не помню, просто, надо посмотреть. Ну, то бишь, ну, такой, ну, типа, выше среди, ну, среднячок, короче. Ну, для Вовки это прям, блядь, я не знаю. За дохуя, я бы сказал. Не знаю, у меня 32 ГБ оперативки. И при этом, блядь, ну, лагает пиздец. Нет, так я ж не играю просто в какие-то игры там. Не, я принципе, о том, что у меня 20 FPS. Типа, я не знаю, но есть ли смысл вообще что-то добавлять, что-то делать, нахуй. Ну, типа, поможет ли это? А у тебя Вов на SSD-шке? Сколько ты говоришь? У тебя 32 оперативы? 32 оперативы и какая у тебя видюха? И сколько у вас FPS? Да тут похуй на какой тебе, блядь. 30 FPS? Пиздец, блядь, а токен от 22, блядь. Блядь, я хуею. Блин, это хороший, ну, комп, нахуй, ещё. Так, Кирилл, у тебя на SSD-шке стоит, Вов? Да, да. Я недавно, причем менял карту памяти. SSD-шка не влияет на FPS? Не влияет, мне тоже, я переставила, мне все так же. Только влияет на скорость. Ну, недавно... Ну, на Офе влияет прямо пропорционально. На харде 12 FPS, на SSD-шке 120. Ну, бля, это смотри, новость. Я недавно ее менял. Я недавно менял новую SSD-шку. Блять, чтоб тебе не спиздить, где-то месяца два назад. У тебя SATA или нет? Что? Ну, квадратная или такая длинная плата? Ты имеешь в виду M2 или не M2? Да-да. Да это похуй, в принципе. Ну, M2 там чуть-чуть лучше. Не, она намного лучше. Нихуя себе, чуть-чуть сказал. Ну, чуть-чуть. Там обычная у нее 500 скорость, а у меня, например, 3000. То есть Alconfield 3000, правильно? Нет, у меня-то типа на скорой записи вроде 3200 и там на скорость чтения.
В раз 6 там лучше. Старый WoW очень требователен на одно ядро именно процессора. В этом вся проблема. А сейчас много всего сделано под, под многоядерность. Вот и вся проблема из-за этого сейчас возникает у многих. Кстати, хотел спросить, а трэш теперь не обязательно обидеть, да? Нет, не обязательно. А что с ним сделали? Подальше поставили? Ничего. Его никогда не надо было обязательно бить. Его били, чтобы 100% убить с первого раза. Okay, его все били, потому что с первого раза хрен убьешь, а потом второй раз ты мог как бежать. Пау, просыпайся. Он после рыбалки зашел. Слишком много слоев одеяла, да? На клавиатуру не дотягивается. Пикайте на сумму, что стоите. Ясно. Фонарь, блин, полетели. Куда? Трэш бить. Первую звездочку, потом ромбик. Ща, надо пищу поесть. А зачем? Пиздец, блядь. Старый фонарь бы уже на ботах бы сагрил бы, блядь. А, никогда. Кирилл, мы сейчас без трэша пуляли и спокойно убивали, нахуй убить. Да, лучше убить пизду, нахуй. Сагрится. Осколки. На репофарм. Репофарм. Это ж косты сбивайте. Ай. Диспелните, я в босса бегу. Кирилл, посмотри, лично. Фонарь записал. А зачем ты в босса бежишь? Под фиром. Не диспалят, не любят. Не, ну, блять, понимаешь, ну это разве дело, нахуй? Ну это как-то пиздец какой-то. Вот, блять, нахуй. Вот у меня конкретно, блять, вот сейчас, нахуй, за вот этого ебаного фпса пропадает мотивация играть вообще в это говно, нахуй. Как зебра, что, ну, это полный пиздец. Чё без? Подгорает конкретно. Смотри, где бес твой стоит. А я не могу их отвезти, это... И, ну, я боюсь представить, что будет вот на, например, ну, на, опять же, на Джайне, где там эффектов дохуя, плюс эффектов ОВШ, поэтому и так далее. Ну, я там, мне кажется, вообще нихуя не смогу сделать. Ну, блять, по эффектам это самый такой босс на Сирусе. Он чё, получше, чем где много всего. На Алголоне На Алголоне нет столько эффектов на Джайне. На Алголоне просто сама локация конченная. Не, ну там, когда старт шел, там у многих ФПС просаживался на офи, помню. Не, это хуйня. Алголон хуйня по сравнению с Джайне. Подобавляют мультиполигональных всяких эффектов. Долбоёбы, блядь, если они ничего не... Вот, ну, я не понимаю, нахуй. Чтоб ты более мощный комп покупал. Да, даже вы прикалываетесь, ну, ебать, вон, типа, R9 5900, нахуй, 370, блядь, и 40 FPS, нахуй. Чё, прикалываетесь, нахуй, этот комп, блядь, стоит, нахуй, ну, если его собирать. Нет, там не комп, там ноут. Ну, ноут, какая разница, блядь, все равно, ну, ебать его в рот, нахуй, чтоб да 40 FPS было. Да. Это пиздец, блядь, ну чё, нахуй. В сраную Вовку, нахуй. Так, а, блядь, стоп, нахуй. Сейчас я подъебало поставлю, блядь. Кстати, единственное, что там помогло FPS поднять, это разрешение уменьшить. Фонари, руки сзади закрывают. Кто под лицо идёт? Сейчас скажу, кто под лицо идёт, подожди. Фонари, руки сзади закрываешь, короче. Все, первое, второе пати под личиком торгуете свое личико, короче. Ну там вот крестики. Почти на полно. Руки остальные все закрываю. Без хуйни. Всякой. Владыка, ужаса. Че пек? За 5 секунд только анонси, когда будешь пулить.
Нет, ты стоишь под ебалом, Афкан. И ловишь ошеломляющий удар. Все, отчет даю, поехали. На пол надо дармича. 2-1, пул. Охуенно. Нахуй Геру спул на линоами. А че ты печку не словил? Печки на боссе нету, да? Или словил, или она прошла уже? А, прошла уже. Руки закрыли? Видишь? А... Печку, руки, руки закрылись справа. Я закрыл. Пиздец, да ну даже сейчас, вот типа я бил этого груля, у меня не лагало. Сейчас у меня лагает, я бью груля. Это нормально? Блять, ну возможно это, кстати, из-за локовских бесов и престовских духов. Залупа ебаная. Метеор справа ушли. Там стоит. Как козябр. Помогите руки сзади. Руки закройте. Сзади? А, нормально. Сейчас еще один ошеломляющий ловите, потом уходите. За спину босса ушли. Тех первая, вторая пати. Дай зубы подормичу. Не подходит. А, блядь. Ладно, не подходите, похуй. Дай сокру. Да. Сокру, дай. Сзади, помогите руки, срочно. Подъебало, вернулись первой, второй пати. Да. Подойди, плюс один. Блядь, руки не закрыли еще. Ёбаный в рот. Подойди, Алканфел, все, подойди, подъебало, стали быстрее, подъебало. Ребаф шамана. Ладно, похуй, никого резать не надо бить, так. Ребафните рогу, главное. Я бы рекомендовал далеко руки демону, демон Локу стопнуть до макс его бесами. Помогите нацкому, руки да. Сзади. Руки закройте. Метеор справа аккуратно. Руки закрыли. Меня закрыли, по-моему. Я закрыл. Молодец. За спину ушли. Первая, вторая пати за спину печку. Дерми сейчас баун жми. Руки сзади помогите. Здесь вернулись. Я закрою по центру. Метел справа. Может, слушай, Адель, закрой слева? Можешь? Я не спал просто. Все, заебись. Ну, давайте, бас, дабл урон пошел. Руки сзади, все три, руки. Помогите. Не, дальний закрою. Надо, может, пошел сюда. Блять, центральный не закрыл. А, закрыл. Окей, нормально.
Блять, а что с ним в этот раз такое? Все руки в каких-то ебенях просто. Не все. Да, вот, переписывай, гайд. Все хуйня, мы быстрее сделали. Сколько у меня осталось? 40 минут. 42 минуты. Ну, потоки, ну, поехали. Чем в тюрьму пойдем вторую? Да, сейчас пойдем в вторую тюрьму. Че, на рогу зайду тогда сразу, чтоб туда дал. Рогой пойду. На кого мне пойти? На локи у меня ж КД вроде, да? Я ходил. Да.